В общем. Дело к ночи. Я Алена Дмитриевна. Там что-то сушится. Это вот наш дикий зверь. Шабнигурат. Доброго времени суток. Внезапно. Блять, я даже не знаю, что сказать. Короче, спустя 5 лет, новая пивная миля, адская звезда, 5 звезд. И вот эти вот все люди с нами. Постараемся сегодня пройти. У нас опять 5 заведений. Звезду. Начинаем мы с коммуналки. Здесь мы будем завершать саму звезду, а потом, может быть, даже и центр выберем, чтобы Диабло вызвать, да? В общем, ребят, как всегда, работаем. И пожелайте нам это здоровья крепкого, пожалуйста. Я Данил, и это мой первый бокал. Привет, я Мила, я думаю, что это мой первый бокал. Потому что я не знаю, что было раньше. Пей давай. Меня зовут Дмитрий, и это мой первый бокал. Привет, я Алена Дмитриевна, первый бокал. Здрасте, Арсений, первый бокал. Виктор, первый бокал. Виктор, как будто всю жизнь так снимался, кстати. У нас новый участник пришел, вот, соответственно... Я Александр, и это мой первый шоу. У нас серьезная работа. Прошло время. Дошли мы до следующего заведения на дне. Соответственно, наша вторая точка. Вот. Сейчас все по классике. Заходим, киву берем, пьем и к следующему месту, которое, кстати, пока не определено на карте, но плюс-минус точка есть. Соответственно... А вот и ребята все. Как я и говорил, весь стол будет занят. В общем, работаем. В общем, у нас закончилось второе заведение. Ну как, вторую точку мы прошли. Сейчас идем на третье. Это будет Гоголь. Мы в нем никто не были. Дима его нашел сегодня. Да, господи. Мила бомбит, Вова бомбит. Пока, как вы видите, вроде мы живые, ну потому что, господи, всего по 2 пива успели выпить и сейчас по настойчике хряпнули. Ну, Вова пил у нас коктейли, да. Короче, идем, пивная миль продолжается, работаем. Получилось так, что Гоголь закрыт по неведанной нам причине, поэтому мы сейчас возвращаемся на Ильинку и будем опускать наши прекрасные тела в Бермудский треугольник, вот, который нас спас и прошлую адскую звезду. Кстати, смотрите, сбор какой-то. Может быть, и к ним потом присоединимся. А вот, но это не точно. Короче, Бермудский треугольник, идем, и как всегда, ребят, работаем. В общем, дошли мы до Бермудского треугольника. Будет он нас спасать в очередной раз, как и, блядь, 5 лет назад. Все жив-здоров, все идут. Это что за нападение? В общем, пожелайте нам, как всегда, опять у меня в общем. Да, вот так вот, в общем. Здоровья нам пожелайте, работаем. В общем, мы пришли в Бермуду, сейчас сидим. Вот тут у них тут стоп по коктейлям, потому что льда нету. Ну, да, в России льда нет. Короче, мне пиво принесли. Смотрите, это что за червь тут такой сырный, блядь? Это мыло, его мыло. Или вот это что? Кто тут живет? Ау! Короче, ребята, у нас возврат. Женщину сегодня бомбит. Да вот. У нас, по-моему, тоже немножечко выгорает, да? Антиреклама Бермудов. Знаете, в прошлые, я не знаю, лет 10 назад здесь было нормально, можно было ходить и играть. Есть, не знаю, не ели. Но вот сейчас вот впервые за 5 лет пришли, сидим. А что-то как-то не хочется. В общем, это минус 10 из, блин, 5 возможных. Ага, работаем. Может, просто этот бокал рад тебя видеть? Очень рад тебя видеть, да, Дим. Он уже, так сказать, обслужил сам себя. Возможно, вы Диму не слышали, но он сказал, что бокал сам себя обслужил. Вечерело. Вот. Мы немножечко початые. Вышли из Бермудского треугольника. А сейчас направляемся в следующее место. Это будет либо Шустрый Шмель, либо буфет. Как бы, ребят, вы буфет или Шустрый Шмель в итоге? Что будет, где будет место, да, пойдем. В общем, сейчас позвоним в буфет. Если там будем, пойдем туда. Если не будет, то, соответственно, в Шустрый Шмель. Ну и, как всегда, работаем. Короче, так. Идем все. Да. Дело к ночи.
Идем сейчас в буфет, потому что они пообещали, что столик на 7 человек у них будет. В рамках брони сказали, все будет, ими не спросили. Я сказал, что ну может быть да, они такие, нет, приходите, ну ладно. Походу там вообще никого. Вот да, вот мы идем, буфет захватывать будем, будет нас, вот. Блять, у меня, я не знаю, что. Сейчас тверкать будем. Как вы понимаете, у нас намечается что-то. Вот. Зимой у вас что-то намечается? Со всеми сразу. Работаем. Прошло 10 тысяч лет, мы дошли до буфета. Кстати, они опять поменяли вывеску. Ну, сейчас посмотрим, ждут ли они нас действительно или не ждут. Работаем, ребят. Ты издеваешься? Что не так? Мы вышли из буфета. В прошлый раз у нас здесь именно начинался поход. В этот раз это просто одна из точек. Соответственно, сейчас мы идем на пятую точку, которая, скорее всего, будет хитрым лисом. После чего вернемся в коммуналку и завершим звезду. Опять же, относительно вызова дьявола, так сказать, по центру, хер знает. Вот, посмотрим. Дима сейчас будет... Возможно, вы Диму больше никогда не увидите. Сейчас будем решать, как побыстрее дойти до непосредственно хитрых лисов. Вот. На улице ни народа, ничего. Это вот наш дикий зверь. Как вы можете слышать, у людей уже настроение поднялось. Вот. Ну и как всегда, ребят, работаем. В общем, мы сейчас зашли в... Куда? Дим, куда мы зашли? В подворотне Большой Покровской, дабы побыстрее, но при этом новыми путями дойти до хитрого лиса, чтобы не повторять... А вот, да. Там что-то сушится. В общем, продолжаем движение. Что у нас по времени? Время 22:42. Если мы начали, получается, в 4 часа, ну, там плюс-минус на сборы, у нас это что получается? Блин, математики, помогите мне. Это у нас 6,5 часов. Паркур, паркур. Люди самоубивают. Твою мать, захотелось. Потому что я в кустах. Это улица параллельная Покремел. А там у нас паркур. В общем, мы продолжаем движение. И как всегда, ребят, ну, наверное, работаем, да? Время шло. Мы тоже шли и дошли. Блин. Извиняюсь. Дошли до хитрого лиса. Будем надеяться, что будут места для 7 человек. Вот. Вот так. И будем надеяться, что там не будет концертов. Ибо нам просто посидеть. Ребята, работаем. Так, оп, оп. Как казалось, в хитром лисе все было занято. Соответственно, мы немножечко пошарахались по Рождественской и поняли, что, возможно, будем останавливаться от здесь, порт-бар. Вот, соответственно, сейчас тоже, если повезет с местом, а вроде оно там есть, бахнем по бокалу и будем уже завершать звезду в рамках коммуналки. Работаем. Короче, мы пока еще не закончили быть в порт-баре, но надо все-таки сделать маленькое включение, дабы показать, что мы... Не видно никого. Да все нормально видно. Вот. Мы вызываем кого-то из днищада, я не знаю. Просто долбимся. Вот, да, долбимся в днищада. Сидим на улице и пьем пиво. Вот, у нас тут все вроде бы окей. Дима Шрек. Да? В общем, как-то так. Скоро продолжим движение, ну а так, ребята, работаем. Арсений, покажи, как мы работаем. Молодец. По-моему, там дырка появилась. Мы вышли из ДК, да? Мы вышли из порта и направляемся как раз сейчас... в нашу последнюю, которая была первой точкой,
Сегодня, и как в прошлый раз, без вызова Диабло. Ну, в этом, в принципе, особо смысла нет. Ну, самое главное, начертить звезду, и, соответственно, мы сейчас этим и займемся, завершим. Я, кстати, не помню, мы прописывались ли дважды на точке, с которой начинали, или нет. Мы там прописывались. Дважды ли? Мы там только один раз прописывались. Ну, вот. Не, я про 5 лет назад. Вот я даже не помню. Я думаю, мы еще раз распишемся, чтобы была фиксация всех людей, которые дошли. Сейчас постараемся пройти через Бакру без бития ёбов, хотя очень хочется. Вот. И, соответственно, попадаем на Большую Покровскую, идем до коммуналки, там выбираем какой-нибудь большой уютный столик и завершаем наше хуляние, да? Ага, все, ну, ребят, работаем. Итак, внезапно не в общем, а итак. Итак, мы подходим к финальной нашей точке, которая являлась нашей первой точкой. Вот, прошли сегодня, кстати, сколько, давайте посмотрим. Бля, за сегодня 2400 шагов. Чего? А потому что уже новый день. Да, а за тот я не помню, но 10 тысяч точно было. А за тот? Шабнигурат? Ой, господи, пишите в комментариях тоже что-нибудь, пожалуйста. А то у нас тут какая-то своя атмосфера странная. Вот. Но мне нравится. В общем, вот. Вот. Тулхук там будет, да. Короче, мы все дожили. Нет, не так. Итак, мы все дожили. Вот все люди. Вот все люди. Вот они. Вот, все. Все прекрасно, все замечательно, никто не умер, все живы, здоровы. Сейчас еще возьмем по, как минимум, по пиву, вот, и будем там уже, ну что, завершать звезду. То, что у меня глаза бегают, это я на наш старый банк смотрю. Видите, какой красивый, красивый банк. Но мы, как всегда, работаем. В общем... А мы здесь даже не фотографировали, кстати, в этот раз. Нам надо будет сейчас фотографироваться. Нам надо будет сейчас фотографироваться. Звезда завершена. Мы все молодцы, мы все выжили. В общем. Поросящие дожди портим лисицу. Немножечко это. Немножечко по пьяни поругались, но это нормально. Ну, ты дурак. Это я дурак, да. А что книжка-то? Ну да, у Милы Кинг. Вот. Спасибо, что смотрели. В общем, лайки, комментарии. Это Кёникс или кто это, блядь? Нет, это Арсений, а вот там Кёникс. Итак, короче, давайте так, давайте подытожим. Если ты досмотрел до этого момента, то ты красавчик. А если не досмотрел, то ты пидор ебаный. Поэтому, блядь, даже никого не оскорбил. Работаем, ребят, работаем. Не будьте нормальными, будьте рациональными и, в общем, да. Да. По скриптум, мы забыли, Саша ушел, блять, Саш, ну. Олег. Я Данил, и я выпил свой последний бокал. Я Дмитрий, последний бокал осушен. Я Мила, и выпил свой последний бокал. Нам Дмитрием в порядке выпил все. Видите, выпил свой последний бокал. Арсений выпил свой последний бокал пива. Точно пиво? Пиво. Мы все-таки добьемся до Диабло, видимо. Мы его, блядь, призовем. Ждем такси и едем. Работаем, ребят.